высадка. Мы в Нормандии. Хотим отбить Францию у немцев. Нацистская военная машина с невероятной жестокостью обрушилась на Западную Европу, поставив ее на грань гибели. В этот темный час мы должны собраться с силами, чтобы дать отпор агрессии. Уничтожение нацизма станет нашим тяжелейшим испытанием в истории. Но с помощью наших союзников мы обязаны справиться с ним и победить. This day we set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Сегодня 6 июня 44-го. Если бы ты только видел это. Мы где-то на побережье Лягушатников, я даже название места не знаю. Мы хотим отбить Францию у фрицев. Но пока мы только ждем. И он просит у меня часы, а я думаю... Нахрена тебе мои часы? Ты же долбанный капитан футбольной команды. В учебке я завел друзей, и сейчас мы все на корабле. Все напуганы до смерти, но виду не подают. А Цусмана я сначала ненавидел, а теперь он, пожалуй, мой лучший друг во всем мире. Вечно попадает в неприятности. Если бы не шла война, он бы попытался ее начать. Ну, и мне нужно беречь пальцы, чтобы сделать снимок года. Стайлс после войны хочет быть фотографом в журнале Life. Он похож на Кларка Кента, но только когда снимает очки, то не видит просто ни шиша. А Йелло ветеран. Но если честно, то мама бы назвала его деревенщиной. О, давай повысим ставки. Архангел, святой Михаил, спасает меня с Касерина. Цусман, 3 раза за 10 секунд, и он твой. Ну, не знаю. Всегда можешь струсить. Я ставлю на Цусмана. Ладно, попробую. Больно смотреть. Просто засеки время. Рассказываю дальше. Мы с парнями завалились на покерную партию в гости к футбольной команде. Они сигналами показывали мне руки всех игроков. Вы бы видели лицо этого квотербека, когда я сорвал банк. Готовы? Запомните, не стоит воровать у вора. Все. Эй, какого хрена? Злости Айела хватило бы на двоих. Мать говорила не верить евреям. Ночью она говорила другое. О нетерпимости на шестерых. Кому нужен этот медальон? Тебе был нужен. А, найду себе и получше. Настоящий трофей. Удачи тебе. Ой, сбор в 6 часов, мы опоздаем. Все будет в порядке, Дэниелс, не волнуйся. Сбор сейчас начнется, а вы чем заняты? И есть сержант Пирсон. Он просто душка. Думаете, вы особенные? Крауд и вас на обед сожрут. Только не нас, сержант. Нас так не слопать. Придержи язык, Цусман. За мной. Раз уж у меня пошла полоса удачи, держись тогда ко мне поближе. Нормандия, потом Рейн. Мы сможем, Дэниелс.
Сегодня вместе с союзниками мы начинаем операцию беспрецедентной важности. Мы создадим плацдарм в Нормандии, чтобы прервать распространение немецкой агрессии, вот уже 5 лет наводящей ужас на Европу. Мы — последнее, что отделяет мир от тьмы. Это не просто наш шанс героически проявить себя. Мы победим, и наш триумф навеки запомнит благодарный нам мир во множестве поколений. Я говорю о славе, господа. О славе! Говорить полковник Дэвис умеет. Его речь напомнила мне ту, что толкнул наш тренер Джонсон перед игрой против Остина. Помнишь? Мы проиграли с разрывом 42 очка. Лейтенант Тернер всегда следит за Пирсоном. Держит его на поводке. Но если Пирсон сорвется, нам всем достанется. С тех пор, как я впервые взял в руки ружье, я хотел быть как ты, Пол. Угнаться за тобой будет нелегко. Но я попробую, черт возьми. Сейчас или никогда. Эй, вот бы меня такая дома ждала. Погоди, попадем в Париж. До него еще далеко. Помните, на берегу не сидим, надо продвигаться. Держитесь по одному и не высовывайтесь. Делайте как в учебке и будете целы. Я с гордостью поведу вас в бой. Всегда и везде. Дайте им жару! Пляж ведь должен быть зачищен, да? Ты испугался, рядовой? Нет, сэр. А должен быть. Дэниел, огонь есть? Конечно. Нам нужен путь бункера! Дэниел! Тебя этому и учили! Живо бери бангалор! Ты справишься? Да, сэр! О, боже!
перезаряжаются! Иди! Твоя рана выглядит паршиво. Вот, держи! Спасибо, друг! За мной! Вперед! Вперед и защищайте бункеры! Живо! Живо!
Первый готов. Так, все наружу. Бункер чист. Пулеметы все еще стреляют по берегу. Надо их убрать. Янки! Надо пройти к бункеру.
Я пошел! Ich habe ihn im Visier! Со мной! Дэниелс, вы с Тусманом зачищаете последний бункер! Собираемся на верхушке скалы! И бога ради, не дайте им себя убить! Ладно, Тусман, еще один! Мы справимся! Кидаю дымовую гранату! Пошли!
Цусман! Не могу встать. Черт! Вытащи меня отсюда. Держись, мы тебя вытащим. Надо добраться до этого медпункта. Слева! Черт! Надо найти укрытие! Сколько их? Много! Все чисто, пошли! И это, по-твоему, чисто? Они все лезут! Осторожно! Готов! Пошли! Давай живее! Я с тобой! Черт! Можем спуститься здесь! Вот так! Не дергайся! Я истекаю кровью! Зажми рану! Почти на месте! Давай сюда! Пошел, пошел! Так, держись. Врача! Мне нужен морфий. Только не умирай. Девочки в Париже ждут нас. Правда? Конечно. Дай взглянуть на твою девушку. Да ты шутишь? Ладно, я ни черта не вижу. Только отдохну, чуток. Нет, не закрывай глаза. Эй! Дэниелс! Я здесь. Помоги. Кто-нибудь, приведите сюда врача! Я здесь, иди! О нем позаботятся. Ты пойдешь со мной, Дэниелс. Слушайте! У фермерского дома стоит орудие GPM! Оно бьет по берегу! Вперед! Мы вернемся за тобой! Проверь патроны и гранаты! Вы слышали? По дороге, быстро! Уже иду! Дэниелс, есть патроны. Готов взять патроны! Вот, рядовой! Надо уничтожить это орудие! Когда дойдем до фермы, приготовьтесь к атаке!
живее! Они разносят побережье в клочья! Сверяю дымовую! Сейчас! Дэниел! Термит! Поберегись! Молодец, Дэниелс! Так, ребята, идем за мной к точке сбора. Пирсон! Пошли. Составь рапорт о потерях. Столько людей погибло. Но мы взяли берег. Чертовски высокой ценой. Он ведь поправится? Ага. Его хорошо подлатали. Надо было остаться на лодке. Вовремя понял. Эй, я твой должник. Сам... Мы в расчете. Мы прорвемся. До конца? До конца. Мы взяли пляж! Лагерь ставим у второй линии кустов за хребтом. Ты принят в первую кровавую.
Далеко забрался от Техаса, парень. Никто из нас не был готов. Но ты сделал все верно. Спасибо, сэр. Я... Спасибо. Все будет хорошо. Да, сэр. Да, конечно. Не знаю, кто решил, что это лучший способ освободить Европу,